Приветствую, дорогие друзья, всех на своем канале. Хочу поделиться с вами единственным легким и простым способом нарезки автомобильных баллонов для различных задач. Клумба, ваза, лебедь, щука, столб, фонарь, аптека. Меня зовут Дмитрий, давайте начинать. И самый оптимальный вариант — это серп. Его округлые формы и заточка в виде зазубрин как нельзя кстати подходит для наших задач. Если у вас нет серпа, я вообще не понимаю, как вы обходитесь без него. Каким образом вы боретесь с сорняками и травой на своем приусадебном хозяйстве, пишите в комментариях. Ну а если быть серьезным, то берите самый подходящий нож и точите его самым вандальным методом на самом крупном камне вашего точила. Заточка должна быть рваная, с зазубринами. И самое главное, то, что нож нам не нужно точить до состояния бритвы. Нам нужно получить лезвие в виде зазубрин и неровность, так сказать, два в одном, пила и нож. И для облегчения нашей задачи используем мыльно-рыльные средства, чтобы лезвие ножа скользило по резине. Тем самым процесс ускоряется и облегчается. Работа производится очень быстро, легко и непринужденно. Серп все-таки рулит в этой задаче. Так что сейчас мы ее будем выворачивать. В моем случае я делаю плитку для садовой дорожки, поэтому нужно это кольцо вывернуть и разрезать пополам. Вот такая вот у нас должна получиться штуковина. С рубцинами стягиваем нашу. Данная палка помогает нам, можно ее повесить, все что угодно делать, можно держать, поэтому сейчас будем отрезать. Мне осталось нарезать вот на такие квадратики эти заготовки. И это будет резиновая плитка для садовых дорожек. Кому понравилось видео, именно сам способ с серпом, ставьте лайки, заходите на канал, подписывайтесь, жмите в колокольчики. И, кстати, кто хочет увидеть видео по нарезке лебедей из покрышек, также пишите в комментариях. Если это видео наберет больше 200 лайков, я обязательно сделаю видео по лебедю. Ну а на этом прощаемся. Всего доброго. До встречи на канале.